24-летний парень посмотрел в окно поезда и крикнул: «Папа, посмотри, какие там деревья!» Старый отец улыбнулся. Напротив сидела молодая парочка. Они сочувственно посмотрели на парня, потому что он вел себя не по возрасту, а тот снова воскликнул: «Папа, смотри, облака от нас не отстают, они плывут вместе с нами!» Молодая пара не сдержалась и обратилась к отцу парня: «Видимо, вам нужно показать сына хорошему доктору. Он ведет себя очень странно». Старик улыбнулся и ответил: «Мы уже были у врача. Как раз едем из больницы. От рождения мой сын был слепым. Ему только сделали операцию. Теперь он видит». У каждого человека на Земле есть своя история. Есть ли у нас право судить или делать выводы, не зная подробностей чужой жизни? Жизнь удивительна.